Интурлидер на сегодня не только многопрофильная туристическая компания, но и образовательное пространство, на базе которого действуют три направления. Школа гидов-экскурсоводов, которая открыла двери в этом году в 13-й раз. Школа наставничества и волонтерства, где молодые принимают опыт у более старшего поколения. И VR-туризм. Это отдельное направление для того, чтобы дети с ограниченными возможностями ознакомились с труднодоступными местами нашей республики. Дети приходят с родителями или с одним из законных представителей, выбирают направление, тур, который хочет посетить ребенок. Мы подключаем оборудование в специально оборудованной комнате и, соответственно, показываем это путешествие. Школа гидов и экскурсоводов в этом году открыла свои двери уже в 13-й раз. Перед нами стояла задача подготовки собственных кадров и открыть возможность для людей, которые хотят познать туризм в Карелии в профессиональном плане и получить свидетельство установленного образца. У нас преподают преподаватели нашего государственного университета. Вот, и кроме краеведения дается еще большой блок по истории Карелии и по современности. Практикующие гиды тоже ведут занятия. Они рассказывают, как взаимодействовать с группой, как вести себя в психологическом плане, как выявлять проблемную группу туристов, как с ней взаимодействовать и таким образом улучшать качество обслуживания. Благодаря всем этим направлениям туризм в Республике Карелия становится более доступный, кадры более высококвалифицированные, профессиональные. И благодаря обмену опытом между старшим поколением и молодым поколением происходит передача знаний не из каких-то учебных заведений, а непосредственно на практике.